Если у большинства сегодня праздник, им не до отдыха. Максим Демагин в МЧС почти 13 лет. По опыту знает, чем ближе праздники, тем сложнее на работе. Люди отдыхают и порой забывают о мерах пожарной безопасности. Число выездов порядка увеличивается. Работы хватает в этот день и у казанских полицейских. Даже сегодня никаких поблажек. Патруль территории, отработка вызовов. Некоторые особо опасны. Дали заявку, бегает с ножом. Мужчина прям выбежал с ножом на улицу. Был вообще неадеквате. 23 февраля – напряженный день и для скорой помощи. Более того, в праздничные дни медики выезжают в два раза чаще, а особенно в вечернее время. От обычной простуды до предсмертных состояний. Причины вызовов самые разные. Медики готовы ко всему. Главное – вовремя успеть на помощь. Нужно будет сейчас лечь, еще раз померим вам сердце, посмотрим и сахар померим. Госпитализация здесь не понадобилась, но так бывает не всегда. Иногда эта профессия требует немалой решимости и мужества. Три раза принимал роды в нашей машине, потому что не успевали мы никак доехать до роддома. Все благополучно обошлось, ребенок здоров, пациентка тоже здорова, все нормально. На своем посту, несмотря на праздник, сегодня и Тимур Кадырмятов. На улице в минус 20. И так целый день. Рассказывает, что из-за работы совсем забыл о празднике. Напомнили автоледи. Поздравляют с праздником, улыбаются, ведут себя более доброжелательно. И в дождь, и в снег, в будни и праздники они на посту. Говорят, иначе никак, ведь у происшествий не бывает выходных. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.